Сам жду приказа.
перевернем храм. Слушаюсь. Давай не будем говорить «перевернем храм». Это начинает казаться нормальным. Но если не получится, помните, Тюр не зря создал эти препятствия. Он не дал Одину добраться до Йотунхейма, но мира не добился. Но надежда-то есть. Мы теперь действуем сообща. Мы едины. Вот о чем говорила руна на двери. Мы идем путем Тюра. Используй ноги, брат. Он знает. Я просто хочу помочь. Сила, я буду рад, что ты рядом, брат. И мы не погибли. Это хорошо. Там, слева. Отсюда можно забраться в зал путешествий между мирами. За мной, Атрей. Видишь, Мимир? Никто бы не справился в одиночку. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Все спорят. Мы с отцом, ты с Фрей, Синдри с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра, поэтому мы попадем в Йотунхейм. Слышишь, брат? Мальчик обрел равновесие. А это что? Ты сказал мудрые слова, Трей. И я рад это слышать. Ха! Храм так и задуман, вверх дном! Смотри, дерево вверх тормашками. Или мы? Я уже не уверен. Сын. Где нож? Рейва! Ну? Что у нас? Какой-то путевой камень. Покажи-ка. Клянусь Аудумлой, это же камень единства. Уверен? Не думал, что он существует. Если он был у Тюра, тогда ясно, как он смог побывать во всех землях, в каждом из миров. Камень был у него. Там, среди книг Одина. Да. Да! Ну вот теперь-то я все понял! Там был изображен Тюр в мире между мирами. Ты знаешь, что сходить с тропы нельзя? Вот. А Тюр всегда шел своей тропой. Понимаешь, о чем я? Мир между мирами. В храме Тюра он изображался шагающим с ветви мирового древа. Думаешь, чтобы попасть в Йотунхейм, нам нужно тоже так сделать? Да. Ой-ой-ой, ты и правда это задумал.
Если ты решил кинуться в бездну, надеюсь, ты крепко подумал. Это твоя идея. Идти своим путем, так? Проклятие! Здесь Тюр ступил за грань, и камень единства его защитил. Готов? Готов. Ну, если это все, был рад знакомству. Поверь мне. Это невероятно! Я думал, что тут... Как меня может тошнить без желудка? Да ладно, было здорово! Смотри. Башня, я знал, что тут что-то есть! Удивительно! Как спрятать то, что существует во всех мирах сразу? Вышвырнуть в пространство между мирами. Ай да Тюр! Там будет Йотунхейм? Не может быть! Нельзя же пройти к вершине Мидгарда через Ванахейм! Как это использовать? Предлагаю заглянуть внутрь. Но будьте начеку, испытание Тюра сложнее, чем может показаться. Я заметил. Бедновато. Пьедестал. О нет! Она забрала камень! Башня поглощает энергию камня! Что-то происходит! Она движется? Движется! Она знает, что делать. Камень сослужил свою службу. Мы выполняем заклинание Тюра. И что теперь? Не знаю, брат. Но мы сюда добрались, худшие уже позади. Нет, ошибся насчет худшего. Я пришел!
Я не знаю. О, нет! Снова Хель? Ох ты, они идут. И замедлился. Вот. Вот. Вот.
проблемы. Смотри, мы снова в Мидгарде. А вот мост. Получилось! Башня снова на своем месте! Из путевого зала Тюра можно попасть в Йотунхейм. Как Тюр это сделал? Один заподозрил, что гиганты втайне хранят часть первородной субстанции, из которой были созданы все миры. Камень Единства должно быть тоже из нее. Тяжко же им было, раз они доверились чужаку, даже если это Тюр. А еще можно зажечь все жаровни и посмотреть, что будет. Ну, вот и все. Гондул, смотри! Может, теперь мы выживем в бою с Валькирией? Ну, заходите. Удачи! Не знаю, что мы найдем в Йотунхейме, но надо замести следы. Вороны Одина доложат ему, что башня на месте. Нельзя позволять ему этим воспользоваться. Хорошо. Ничего не выйдет. Да.
путевого кристалла. Наверное, Тюр фокусировал энергию при помощи собственных глаз. Последняя защитная мера. У тебя тоже такие глаза? У меня один глаз. Один выбил мне второй глаз именно за тем, чтобы я не мог покинуть этот мир. Простите, друзья, я думал, сработает. А что Один сделал с твоим глазом? Наверное, спрятал. Боюсь, тайник может быть где угодно. Мы уже так далеко зашли. Должен быть способ. Слушайте, это просто догадка. Но я много лет наблюдал, как Брок и Синдри шныряли рядом, когда Один приходил ко мне. Может, они что-то знали? Брок и Синдри! У нас вопрос. Не знаете, где найти второй глаз Мимира? О! Это... Простите. Вообще-то Один просил меня... Хотел, чтобы я сделал... Он показал его мне, и я... Отказался. Простите. Я... На минутку. Да, никакого толку. Знаете, примерно в то же время Один и ко мне обращался с просьбой изготовить для него статую с каким-то небольшим тайником внутри. Но сами же понимаете, это ведь не оружие. Иметь дело с асами – то еще удовольствие. Короче, я тоже отказал. Но статую ему все же кто-то сделал. А что за статуя? Ну как же, Тор, потрясающий яйцами над озером. Та, которую сожрал змей. Прошу прощения. Все хорошо. Но как нам заглянуть змею в кишки? В кишки? О, нет. Неплохо бы сперва спросить самого мирового змея. Ну, я не знаю, что впереди. Но сейчас самое время подготовить снаряжение. Если что-то нужно сделать, займитесь этим сейчас. Вот такой мудрый совет. Снова к Рогу! Там внизу.